Ну чё, здорово, YouTube, здорово, Дзен, с вами Джон, он же Солнцестояние 2023-312. Сегодня в этом ролике мы заценим релизный трейлер мероприятия Солнцестояния, который вышел буквально где-то час назад. Чё-то почему-то, пока мы делали предыдущий видос, я его как-то пропустил, каюсь, сейчас вот этого все восполним, так сказать. Также посмотрим, какие там материалы Банжа опубликовала. У нас тут буквально час остался до того, как игра выйдет из хиатуса, ну, официально, по крайней мере, да, то есть тут у нас сейчас профилактика проходит, серваки выключены, соответственно, мы тут сидим на стриме, чилим, ну и разбираем всякое. Поэтому, после вашего лайка, подписки на канал, пробивайте колокольчик, пробивайте по всем ссылочкам в описании ролика, для поддержки стримера, мы начнем тут разбирать, что же у нас тут происходит. Итак, Destiny 2, сезон глубины, трейлер Солнцестояния, сперва на русском языке, посмотрим, потом на английском, и будем разбирать, что же у нас тут такого есть. Присоединяйтесь к нам в праздновании единения, которое станет залогом светлого будущего. Соберите комплект брони Солнцестояния и устройте вечеринку, отправившись на гуляние у костра. Отражайте волны так, пытающиеся сорвать вам вечеринку противника, заставьте пламя костра реветь и завоюйте победу, чтобы получить броню и получить награды. Ей! Что ж, пошли смотреть. Так, звуки настроил. Многие пытались нас уничтожить, но мы все еще здесь. До 8 августа, понятно. 3 недели, получается. Ха-ха! Вы их ликвидировали! Сделайте это еще раз. Как-как? Ракетница «Сомнительный диалог» что-то называется? Ты слишком увлекся! Счастливого солнцестояния, стража. Прикольно. Ну, как вы помните, с прошлого года Банжи выкинули из названия мероприятия «Солнцестояние героев». Сейчас это просто «Солнцестояние», но меня интересует... Еще раз, давайте на ракетницу посмотрим, где она тут была. А, ошеломительный диалог. Да, ну короче, ракетница 15-я по скорострельности, в текущей мете в ПВЕ она из себя особо ничего представлять не будет, скорее всего. Ну, ПВП может заиграть немножко, конечно. Ну а так, в принципе, да, локация у нас здесь старая, европейская воздушная зона, где нам там опять надо будет закидывать разные приблуды в костер, чтобы его разжечь, при этом убивая мобов, но надо признать, что Банжи в прошлом году сделали этот ивент менее душным, чем это было раньше, то есть нам теперь меньше шмоток надо качать, более понятная система сбора всех этих сундуков, которые остаются там после того, как завершаем локацию, задание, ну, как-то стало более приятно все это дело фармить, поэтому... Ну, скорее, хорошо, чем нет наличия этого ивента. Можно будет шмотки с нормальными статами наролить, как это мы в прошлом году делали. Поэтому хайп, что, наверное. Ладно, сейчас английскую версию заценим. После этого пойдем промо-материалы смотреть по ивенту. So many have tried to destroy us, yet here we stand. Ивент бесплатный, кстати, да. Roaming dialogue. Ракетница. You obliterated them! Now do it again. You are enjoying this a little too much! Мне правда интересно, где Эва? И вот это чей голос был, я забыл. Happy Solstice. Happy Solstice, Guardians. Это Шакс, типа? Ну, допустим, ладно. А где Эва? Куда дели нашу любимую бабулю? И понятно, что она нас сейчас на башне будет ждать, но я смотрю то, что у них какой-то это внутренний прикол, что Сейнт 14, который испытаниями Осириса занимается, влез без... без масла, я не знаю, блин, куда не надо опять, в очередной трейлер по ивенту сезонному. Так, ну что ж, полюбопытствуем. Светись в стиле. Внутриигровое событие Солнцестояния возвращается в Destiny. Бесплатное летнее тематическое мероприятие принесет новое оружие, броню и косметическую награду. Сегодня Эва Лавант возвращается в башню. Ура, наша любимая бабушка с нами снова будет. Чтобы провести ежегодное мероприятие Солнцестояния, посвященное узам, которые создадут лучшее завтра. Празднества продлятся с 18 июля по 8 августа.
во время которых стражи могут сыграть в игру Bonfire Bash, чтобы получить награды, в том числе броню с высокими характеристиками, первую в мире нитевую ракетницу, завершающую... Ну, короче, Crowning Dialogue, что-то такое. В этом году у игроков будет еще один шанс получить печать в солнцестоянии и титул Хранителя Пламень, выполнив задание события. Игроки также могут приобрести солнцезащитные очки солнцестояния, выполнив задание топлива для пожара во время события. После разблокировки с помощью Bungie Rewards все награды становятся доступны для покупки в Bungie Store. Дайте денег. Просто тупо. И игроки такие все сейчас... У меня свои очки есть, что это вы мне тут? Для тех, кто с нетерпением ожидает дополнительной информации о Destiny 2 и предстоящем дополнении в финальной форме, показ Destiny 2 состоится 22 августа в 7 вечера по Москве. Ну, естественно, у меня это на стриме, мы будем смотреть и переводить. Кто захочет, заходите. Также будет и видос. Что у нас тут по солнцестоянию есть, касаемо скриншотов? Так, ну, можно посмотреть на сетики, такой... Немножко напоминает мне пиратскую стилистику, таких вот, знаете, корсаров там или каперов там, но, насколько я знаю, у людей такие смешанные впечатления по поводу этих сетов, что у нас тут есть. Ну, опять же, нам подсвечивают этот ивент, опять там будут разные противники, огры, которых надо будет убивать и так далее. Прикольно, прикольно. А есть что-то... О, вижу лифты, которые могут вас там телепортировать туда-сюда. Ну, подбрасываю, точнее. Старые. Помнится, Банжи обещали какой-то небольшой апдейт касаемо ивента. Что-то даже, что нам приятно будет, но посмотрим. Карточка ивента. Напоминаю, кстати, да, то, что вы зайдете в игру, вас встретит карточка мероприятия, и там будет кнопка «Улучшить». Это за бабки. Не нажимайте ее. Просто поговорите с Элвалавантой, пройдите по квесту, и у вас после этого карточка откроется. Кнопку «Улучшить» открывает вам косметические награды платные, а не открывает карточку. Банжи это специально сделали, чтобы вам в кошелек залезть, поэтому не ведитесь. Так, что у нас тут? Угу, рыбка. Спасательный круг, прикольно. Велик, лады, классно. Дальше что у нас тут идет? Избушки на курьих ножках. Какой-то, я не знаю, какое-то морское чудище, блин, почему-то у меня картинки плохо подгружаются. А, вот, нормально. Кораблик. Хакевский кораблик какой-то, я не знаю. Дирижабль, блин, 312. Шаттл. Не, ну, этот корабль прикольный, кстати. Так, это у нас опять какой-то катамаран, я не знаю. Уборочная машинка, блин. Поназапихали, конечно. Ладно, что у нас тут дальше идет? Ну, показано, как у нас будет выглядеть башня. Вот наша любимая бабушка. Вот здесь три наших стража. Что тут дальше у нас идет? Опять вот эти вот украшения все. Еще один взгляд на наши сеты с этого ивента за яркую пыль. Угу. Ну, Ева, понятно. Еще один взгляд на сеты. Общий план. Титан. Охотник. Варлок. Светится разным цветом, кстати. Это, я не знаю, это они мимо с Джожо разыгрывают, когда он кому-то идет? Они подошли. Они шмогли. Они смотрят вдаль. Пафосно, естественно. Чего ты так на меня смотришь? Ничего там нет, куда они смотрят, я не знаю. Ну и в принципе все, уже по второму кругу тут пошли. А, ракетно? Ракетно. Ну, ракету мы уже видели, в принципе. Банжи ее в Твабе нам показывали. Обидно, конечно, что она 15-я. Все-таки лучше была бы какая-нибудь 20-я, там, я не знаю. Опять броня крупным планом.
Хотя те, кто при помощи бага ночью все это дело скупил, могут у себя сами уже на своих персонажей посмотреть. Но многие говорят, что неплохо, в принципе. Особенно, как обычно, я не знаю, может быть, ракурс подобран хорошо, но Варлок такой выглядит наиболее богато одетый, что ли. Охотник так поскромнее, по-моему. Ну, Титан такой 50 на 50. Ну, по крайней мере, не обноски на этом, спасибо. А, то есть тут у нас в цвете нашего подкласса все это дело будет. Солнце там, пустота, нити. Ну, как и раньше, собственно. Просто нитками у нас еще ничего не светилось до этого. И тут, по-моему, белое свечение мы сможем достать, если полностью прокачаем наши шмотки. Прикольный. В общем, как-то так. Ждем, пока там банжи включат серваки, сможем все это созреть, так сказать. Посмотрю, на всякий случай, появился ли межсезонный апдейт на сайте, но, скорее всего, нет. Если же он потом появится в 8 вечера, то про него будет, скорее всего, отдельный видос. Ну, а там уже пойдем солнцестояние смотреть.